увидел, короче, новость. Не знаю, зачем это слили, но тем не менее. Короче, Артём Граф, ну вы знаете Артёма Графа, вот такой человек. А он, короче, собирается прийти ко мне на Meet and Greet в Москве. Типа, ну, хочет, прикиньте, блядь, он собирает, ну, хотя по факту, я не должен был это знать. То есть, типа, эта информация должна была быть закрытой, и он должен был прийти как сюрприз, типа, ко мне. Вот. Ну и, блядь, мне это спалили, очевидно, сразу же, как только он сказал, мне сразу это спалили, а я ну, блядь, пришлось это увидеть. Вот. И он, короче, сидит, он собирает мне на Meet and Greet. Ну, типа, он собирает деньги, блядь, на билет ко мне на Meet and Greet. То есть он даже не собирается приходить на концерт, он хочет прийти на Meet and Greet и сфоткаться. Я сижу, думаю, да ладно, блядь, ради бога. Ну, то есть я хуй знаю, то есть я не с тем, он короче, как он это аргументировал. Типа, что он хочет прийти, будет прикольно, что если он неожиданно придет, типа, бам-бам, и мы сфоткаемся. Вот, ну, вообще, я согласен, типа, если бы я не знал о том, что он придет, я бы такой, нихуя себе. Я такой, ты билет купил, блядь? Он такой, да. Я такой, пиздец, чувак, чего, блядь, ну ладно. Вот, а там, короче, он хотел прийти сфоткаться. Ну, бля, ради бога, пусть приходит, хуй знает. Ну, я не откажусь от личных 5000, блядь. Типа, хуй знает. Странная какая-то хуйня.